«Локомотив» продолжает рейд по московским школам. Эстафету у футболистов основной команды приняли и действующие чемпионы молодежного первенства. Сегодня в гимназию 1799, что неподалеку от стадиона, приехали сразу три нападающих нашей молодежки – Илья Рубцов, Максим Чеканчи и Роман Тугарев. Ребят, вы сами не так давно закончили школу, не нахлынуло ли каких-то ностальгических чувств сегодня? Нахлынули, конечно. Когда я учился, у меня такого не было, никто ко мне не приезжал, не играл со мной. Так, приехали, вон, молодых порадовали. Ну, я думаю, если бы ко мне тоже приезжали футболисты какие-то там знаменитые в школе, я, не знаю, я был бы рад, а так ко мне никто не приезжал. А тут вот ребята и повеселились, и урок пропустили. Это хорошо для них, но я думаю, они счастливы, то что они на урок не пошли. Заметили какого-то футболиста там талантливого, особенного? Не, ну выделяются, конечно, некоторые по-любому из толпы малышей. Ну пока что еще рано, наверное, как-то судить. А так, никаких нагрузок, в свое удовольствие. Поиграли, побегали. Голы забивали сегодня? И пропускали, и забивали. Ну, на самом деле, мне все очень понравилось. В этом матче играл мой старший брат. Я за него очень рад. Я за него болел. Получил автограф от футболистов «Локомотива». Ну, мне все очень понравилось. Этот день просто супер. Вам подарили сертификаты на приобретение абонемента на стадион. Вы пойдете, честно скажите? Конечно. Да. Да. И родители приведете? Да. Обязательно. Что больше всего запомнилось? Вот я вижу, вы тут с восторгом бегаете и с автографами футболистов, да, и с подарками. Да. Ну, мы участвовали в конкурсах, и нам очень понравился футбол. Смотреть, как все играют. То есть вы будущий фанат? Да. Давайте, девчонки, все вместе сейчас крикнем «Только Локо» на счет три. Раз, два, три. Только!